В Одессе большой футбол. Сегодня вечером «Луганская Заря» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы примет турецкий «Фенербахче». Накануне матча луганская команда на стадионе «Черноморец» провела открытую тренировку. Также вчера состоялась пресс-конференция главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба и капитана команды Никиты Каменюки. Действительно очень сильный турецкий клуб. Мы понимаем, что эта команда является одним из лидеров турецкого чемпионата, да и не только турецкого, но и в Европе. В команде достаточное количество игроков, которые играют за свои национальные сборные. Это 14 человек. Поэтому я надеюсь на своих ребят и рассчитываю, что они смогут преподнести хороший сюрприз команде «Фенербахче» и дать возможность, чтобы они увидели нас. Горжусь тем, что мне посчастливилось поучаствовать во всех чемпионатах Украины, второй, первой лиги и высшей лиги, и дорасти и сыграть в матче Лиги Европы. Очень приятно, что наш клуб вырос и растет и продолжает двигаться вперед.